Бориса Андреевича Даурова в числе лучших врачей страны. Более полувека он отдал медицине, лечению заболеваний легких и дыхательных путей. Сегодня, отметив 75-ю годовщину, профессор-пульмонолог по-прежнему на страже здоровья людей. Пандемия стала вызовом для медиков всего мира. Борис Андреевич ни одного дня не оставался в стороне. Он провел сотни онлайн-консультаций, встречался с пациентами и их близкими, спас множество жизней. Что же дает силы врачу? Это безграничная любовь к своему телу, к людям. Так воспитывал отец, говорит Борис Андреевич. Сын фронтовика, родился будущий доктор в Хабезе сразу после войны, в 46-м году. Долгожданный мальчик после 5 сестер. Когда ему исполнился год, отец на радостях устроил той, праздник первого шага. Пригласили близких, соседей, и все разговоры были, конечно, о недавней войне. Мой отец был очень немногословно. Спросили, ну ты что видел, Индрис? Моего отца зовут Индрис. Он сказал, что вот когда мы с американцами встретились на Эльбе, меня удивило, что негр штыком проткнул железную банку и вывалил мясо. Вот у нас на столе вот здесь мясо. А то есть да, такой, ну, старики, как можно? И сразу ели. Это оказалось консервы. Ну, праздник продолжался, кто-то добавил, кто-то убавил. Прошло время. Через год, в октябре 47 года, к нам нагрянули НКВД. И моего отца под плач всей семьи, 5 сестер, мама, я, годовалый ребенок. Антисоветская пропаганда рекламировал, как бы сказали сейчас, американский образ жизни. И вот тройка тех, которые оставались полицаями. Потом отец знал, кто это. Это не с России, не откуда-то приехали. Это были наши соплеменники, живущие относительно рядом. И вот мой отец, абсолютно безграмотный, по политической статье был осужден на 10 лет. Вышел он только в хрущевскую оттепель. Мама всю жизнь работала в колхозе, выполняла тяжелую работу. И почти 11 лет одна растила детей. Родители, пережившие много испытаний, никогда не теряли веры в людей. Этому учили и своих детей. Когда я уезжал в Ставрополь мединститут, отец посадил меня и сказал, вот я прошел коллективизацию, войну, лагеря. И сделал такой вывод. Не дели людей по разрезу глаз, по цвету волос, по религии, по языку. Он говорит на твоем языке или нет. Есть две национальности, хорошие и плохие. Вот если будешь держаться хороших, это тебе всю жизнь поможет. Действительно, я до клеточек своих интернационалистов. Ни конфессиональных, ни этнических различий не имею. Для меня человек любой национальности дорог, если он порядочный, если он хороший. Первые наши учителя были русские, говорит Борис Андреевич. И сегодня он с благодарностью вспоминает свою учительницу, привившую любовь к книгам. Вначале это была детская приключенческая литература, затем русская классика, американский реализм. Учили так, стихи обязательно. Не то, что вот моему внуку дали сказку о царе Салтане. Я говорю, почему, Тенгиз, ты не учишь? Он говорит, я мультик видел дважды. Нам сказали пересказать. Вот такое сегодня образование, к сожалению. И результаты его мы постепенно видим. Есть талантливая молодежь, которая хочет учиться и учится, и я должен сказать. Но в целом, в общем, образование значительно девальвировалось. Как и здравоохранение. То, что мне близко. Вот, я проработал 40 лет в Москве. 2 учебных года в Ставрополе. Это моя альма-матер. Я видел студентов этих. Мотивация к знаниям не очень высокая. Но тот, кто единица, которая, кто хочет, очень старательный. И это очень приятно.
Борис Андрисович умолчал о том, с каким рвением сам тянулся к знаниям. Закончил школу золотой медалью и победой на краевой олимпиаде по химии. Вскоре он получил приглашение на учебу в Московский химико-технологический институт имени Менделеева. Но маме очень хотелось, чтобы сын стал врачом. Юноше и в голову не пришло ослушаться. Без большой охоты он поступает в Ставропольский медицинский институт, еще не зная, что пульмонология станет делом всей жизни. Закончит он вуз на отлично. Полтора года проработав в Тибердинском противотуберкулезном санатории, затем 6 лет будет возглавлять Хабесскую районную больницу. Но хотелось заниматься наукой, и Борис Андрисович поступает в московскую аспирантуру. В дальнейшем вся его жизнь будет связана со столицей. Работа в медицинском институте, институте усовершенствования врачей, в центральной клинической больнице, где заведовал диагностическим отделением. Борис Дауров защитит докторскую диссертацию, станет профессором, напишет более 130 учебно-методических работ. Он еще соавтор унифицированных программ по последипломному образованию врачей-фтизиатров и пульмонологов. Преподаватель-врач должен быть практикующим, говорит он. Учить и показывать, как лечить, чем лечить. Сплетение науки и практики необходимо. Борис Дауров много участвовал в международных симпозиумах и конференциях. И сегодня он следит за всеми новшествами в медицине. Профессор признается, прожив десятилетия в Москве, его начало тянуть домой. Так Карачаева-Черкесия обрела профессионала, мудрого человека с большим сердцем. С возрастом начал сниться отчий двор, речка, в которой я в детстве купался, сенокос, когда с отцом я косил. То есть ностальгия, то, что называют. И смотрю, дети уже выросли, я особо им уже не нужен, все оперелись. А здесь у меня осталась сестра, попросили мои однокашники, заведует кафедрой урологии в Ставропольском мединституте, Петя Чумаков. Он говорит, ну, пару лет у нас поработаю, у нас квоты не хватает профессорской. Вот я поработал 14-15 учебный год, там посмотрел, вот, и думаю, ну, уехал я из Москвы ради того, чтобы дома быть. Зачем мне этот Ставрополь с его климатом ужасным, ветрами? И уехал домой. С 16 года я на родине. Я получаю большое удовлетворение, если я кому-то окажу помощь. Оказывая помощь исключительно бескорыстно, это мне мое кредо. И мне очень приятно, когда люди потом говорят «большое спасибо». Лечебную практику Борис Андрисович совмещает с общественной деятельностью. Много встречается с молодежью, представителями старшего поколения. Радует за сохранение родного языка, кавказских традиций и культуры. Об этом говорит и общественный деятель Виталий Абитов. С Борисом Дауровым он познакомился еще в 70-е годы, будучи директором предприятия электронной промышленности в ауле Хабес. 86-летний Аксакал отмечает не только профессионализм и порядочность своего младшего коллеги, но и его великолепное чувство юмора. Приятный человек и в беседе, и очень эрудирован, с ним очень интересно разговаривать. Ну и самое главное, он настолько уважительно относится, особенно к людям старшего возраста, что просто это трудно передать словами. Впечатление такое, что ты для него самый дорогой собеседник, самый дорогой для него человек. И в отношении общественной работы сейчас он возглавляет общественную организацию черкесского народа. Значит, я являюсь тоже в какой-то степени их помощником. И в этой работе, в том, с какой душевной теплотой относятся и к людям, и к своей работе, с ответственностью, все, невольно он заряжает тебя и оптимизмом, и желанием, значит, так сказать, работать. И чувствуешь свою, так сказать, в какой-то степени значимость. Даже той оценки, которую сам себе не даешь, он тебе заставляет ее давать. Значит, единственное, могу еще раз подчеркнуть его именно уважительное отношение к людям, ко всем людям. Известный в республике поэт Артур Кинчишауб знает Бориса Андрисовича несколько лет и признается, что по-человечески очень привязан к нему. Вот есть люди, от которых исходит действительно свет, свет такой чистый, добрый и мудрый. Борис Андрисович как раз относится к таким людям, потому что, знаете, он в моей голове сложился как вот образ мудрого такого горца,
которому, да, вот раньше, как было принято в старину, молодежь приходила за советом. И вот в моей жизни Борис Андреевич именно такой человек, потому что я неоднократно обращался к нему за советом, я обращаюсь, и он всегда приходит на помощь, всегда мне вот дает какие-то назидания, и это один из тех людей, которыми, авторитет которого вообще несомненен для меня. Это один из самых важных людей, я считаю, в моей жизни. По-настоящему светлый, добрый, лучезарный такой человек, которого я очень уважаю, очень, честно говоря, люблю. И я очень рад, вот в связи с его юбилеем, конечно, хочется пожелать ему всего-всего самого наилучшего. Это человек, который лично я сам убедился и от многих людей слышал, что он неоднократно приходил к ним на помощь. Я с этим тоже столкнулся, когда началась вся вот эта коронавирусная история. Это один из тех людей, который озаботился как раз моим здоровьем и очень сильно мне помог. Борису Даурову 75. Возраст, когда уже многое знаешь, можешь делиться опытом. Интеллектуал, он щедр и на душевное тепло. Участие. Внимательный, с добрым сердцем. Он дарит веру в людей и надежду на исцеление. Ему благодарны тысячи пациентов и все, кому повезло попасть под лучи его чистого света.